Кировским автомобилистам опять придется искать пути для объезда. В городе продолжаются работы по реконструкции теплосетей. Во вторник снова перекроют улицу Казанскую на участке от улицы Спасской до Горбачева. Ресурсники заменят более 300 метров трубопроводов. Движение автотранспорта на этом участке улицы будет ограничено в течение 2 месяцев до 30 сентября. На ремонт теплотрассы коммунальщики планируют потратить 20 миллионов рублей. А вот на жителях этого микрорайона работы никак не отразятся. Горячая вода из кранов не исчезнет. К слову, за 2 года на Казанской уже заменили 750 метров трубопроводов. Срок службы у них минимум 30 лет. В этом же году в обновление теплосетей Кирова вложат еще 934 миллиона рублей. Полностью заменят 40 километров тепловых сетей по программе реконструкции. И еще несколько десятков тепловых сетей заменят по ремонтной программе. Работы идут, конечно, то, что касается перекрытия. То есть не все реконструкции связаны с перекрытием дорог.